тренера, главного тренера команды «Файка», тренера гостей. Павел Гусев, можно все-таки комментарий по матчу? Хочу всех болельщиков, команду поздравить с победой. Считаю, что победа абсолютно заслуженная. На протяжении всего матча мы практически контролировали ход игры. И под контролем все было, с нашим преимуществом. Шла игра, таила угрозы, мы это знали, в связи с тем, что команда «Зенит-2» укомплектована ребятами, скажем так, габаритами, все, и мы предполагали, что вся угроза будет идти при стандартных положениях. Собственно, так и произошло. Каких-то сверхзадач в атакующих порядках команда «Зенит» не поставила для нас серьезных задач в плане созидательной игры, а вот стандарты были опасны за счет того, что за счет мощи они пытались продавить все. А так, считаю, что победа совершенно закономерна. Как вы можете прокомментировать работу главного арбитра матча Владислава Трофимова, потому что коллега был очень доволен, как игроки «Зенита» всего матча? Ну, вы знаете, это вопрос, наверное, не ко мне. Я не комментирую судейство. Вам не понравилось судейство или что? Ну, было несколько споров. Каких, если вы можете сказать? Например, каких? Гол Зенита. Я комментирую, как я видел этот гол, эту ситуацию. Я считаю, что и главный арбитр, и боковой разобрались очень четко в этой ситуации. Ну, это мое сугубо личное мнение. Да? Если вы обратили внимание, что в эпизоде, когда был назначен, какой удар был назначен? Свободный, да. Была поднята рука, свободный. И после передачи мяч, не коснувшись никого, залетает в ворота. Это нарушение правил. Поэтому я считаю, что... Но опять, это мое мнение, то, что я видел со скамейки, все. Я понимаю прекрасно, что эмоции, все обидно, прекрасно все понимаю. Но видение таково. Вы заменили всех игроков, забивших мячи. Решили, что хватит забивать? Нет, не поэтому. Заменил, потому что Альшин имел карточку, да, имел карточку. У нас следующий тур, ну, такое серьезное противостояние будет с командой, идущей, ну, Тула. На третьем месте идет, мы на четвертом. И принимаем мы все. Дабы не получить вторую желтую карточку и не терять игрока, был заменен. Коробу был заменен, потому что он подустал. Он очень много проделал работы, хорошей работы. То, что мы его просили. Контроль мяча, дриблинг, обострение, он много штрафных заработал. Поэтому с этим только связаны замены. Скажите вопрос. Ваша команда в лидерах, стоит задача выхода в премьер-лигу? У нас стоит задача каждую игру, банальную вещь я скажу, банальную совершенно, да, но каждую игру выходить, играть на победу и радовать наших болельщиков, которым мы низкий поклон, я очень благодарна за ту поддержку, которую мы вот и в выездной игре чувствуем. А обстановка на центральном стадионе города Воронежа просто потрясающая. Такая футбольная аура, и за команду болеет, ну, приходит меньше 10 тысяч, у нас даже во второй лиге не ходило. Народ сейчас просто поддерживает команду, за что им земной поклон. 20 лет без премьер-лиги. Зрители хотят увидеть. Ну, я понимаю зрителей, и мы, никто искусственно ничего сдерживать не будет. Все. Мы играем, как играем. Мы, вы знаете, что у нас достаточно сложный был старт чемпионата, связан с тем, что команда со второй лиги повысилась в классе и произошла большая ротация состава. И, в принципе, я понимал это все. И благодарен руководству за терпение, проявленное в той ситуации. Все, мы 6-5 игр первых проиграли. А потом, когда стабилизировался состав, ребята поняли требования, схему игры, все. И результат так по нарастающей. Мы идем, пока все, дай Бог, пока все идет хорошо. Давайте сразу к вопросу. Владислав Николаевич, команда впервые пропустила 4 мяча. Каковы, на ваш взгляд, причины произошедшего? Не знаю.
Ну, это какие-то проблемы в игре обороны или ну, вот, в организации? Почему? Не знаю. А с чем связана такая ранняя замена Павлова? Нет, Агрушин. С какими именно решениями арбитра вы сегодня были не согласны? Вы были не согласны вообще, если? Не вспомню сейчас. Николай Николаевич, вы были в Испании на стажировке, поделитесь впечатлениями. Сейчас не до этого. У Троянова серьезная травма. Нет места в игре. Сейчас посмотрим. Все?